Окей, тут назрел у нас вопрос. Итак, вопрос. Тимур, скажи, как на иврите, на высоком иврите сказать «терпеть боль»? И тут у нас есть пару вариантов. Первый вариант – это дословно. Дословно на иврите «терпеть» – это глагол «лисболь». «Лисболь» также переводится как «страдать». Например, врач может спросить, чем вы страдаете? А на иврите «от чего?» «Мима ата совель». Или вы говорите, я страдаю головными болями, болями. А не совель, мике вейрош. Но лисболь это и терпеть, поэтому часто можно услышать такое выражение. Терпеть не могу. Ло яхоль лисболь. Кого-то или что-то. Например, не могу терпеть холодную пиццу. Ло яхоль лисболь, пицца кара. Также можно сказать лисболь, кеэв, терпеть боль. Но то, что Максим спросил, он имел в виду именно терпеть боль, выносить ее, выносить. Поэтому на иврите лучше использовать глагол «нести». И это глагол «ласет». «Ласет кеев». «Ламет син алеф тав». «Ласет кеев». Также «ласет» переводится как «брать в жены кого-то». И отсюда причастие «насуй» – это «женатый», «несуа» – «замужняя». На этом все, ребят. Пишите ваши вопросы в комментариях. Я на них с удовольствием отвечу.